Полдень, центр города, проспект Комсомольский. На газоне мирно принимает солнечные ванны полураздетый мужчина. Второй неподалеку лежит в тени. На первый взгляд здесь все тихо и спокойно. Мужчины никому не мешают. Но рядом с больницей и прямо под открытым небом они находятся уже несколько суток. Как выяснилось, 13 августа двое горожан без определенного места жительства попали в больницу скорой помощи с подозрением на травмы головы, а позже оказались на улице. Они вот ходят, ночью ходят, днем ложатся вокруг, их выгоняем мы, а все равно через полчаса скорая помощь привозят сюда. Я не знаю, что делать. Меня давят сверху, выгоняй. Я куда я их выгоню? По словам охранника медучреждения, его руководство распорядилось поступить так после того, как бездомным была оказана необходимая медицинская помощь. Вот как прокомментировал нам ситуацию заместитель главврача больницы. Медработниками были проведены им все необходимые диагностические исследования, консультация врача-нейрохирурга. В экстренной медпомощи и госпитализации граждане не нуждались, поэтому им было рекомендовано дальнейшее наблюдение и лечение в поликлинике. После того, как граждане не покинули помещение приемного покоя больницы, администрация обратилась в полицию, Росгвардию и приюты для лиц без определенного места жительства. Везде мы получили отказ в размещении и каком-то участии в жизни этих граждан. Также руководство больницы подчеркнуло, что в задачи их учреждения входит оказание исключительно экстренной помощи больным. И в штате нет соцработника, который бы занимался размещением и дальнейшим социальным сопровождением лиц без определенного места жительства. В данном случае больница посчитала себя заложницей ситуации. В то же время охранник учреждения подтвердил, что ни полиция, ни Росгвардия не хотят заниматься этим вопросом. В 8:20 утра сегодня я вызывал, да, вот, у меня телефон номер записан. Полиция вызвал, Росгвардия приехал, уехали. Вчера приехали 02, двое сержанты, вытащили вот сюда и бросили на произвол судьбы. И сказали, что Тимурова какого-то там куда-то оформят. До сих пор не оформляют. Двое бомжей в центре города стали большой проблемой для разных ведомств. Мы стали свидетелями того, как охрана больницы и полиции пререкались, не зная, как переложить друг на друга ответственность за бездомных. Вчера ваши ребята вот сюда его бросили, и уехали. Ерундой не занимайтесь, сочиняйся. Я не занимаюсь ерундой. После нашего вмешательства в ситуацию стало известно, что мужчин попыталась забрать служба по линии соцзащиты населения, но один из них наотрез отказался и был нетрезвым. А это, по словам сотрудников ведомства, весомая причина не принимать людей. Выходит, что неприглядная ситуация так до конца и не разрешилась, и она показывает, что между ведомствами просто нет четкого взаимодействия в сопровождении людей, ведущих асоциальный образ жизни. Елена Кукина, Данил Захаров, Александр Лизратов. День с толком.